Свой вклад вносят в развитие независимости нашей страны вносят и школьники из Актобе. Уникальный настенный календарь к юбилею казахского просветителя Ахмета Байтурсенова презентовали актюбинские школьники. Необычный подарок предназначен для дома-музея ученого-лингвиста. Чтобы создать календарь, детям пришлось переработать 5 килограммов макулатуры. Лейла Уесова встретилась с авторами работы. Каждая страница этого календаря выполнена из использованной бумаги, которую дети собирали в своей школе. Переработка вторсырья – очень трудоемкий процесс. Сначала бумагу измельчают, затем нагревают, чтобы запустить процесс рециркуляции целлюлозы. Дальше замачивают в воде и сушат. Из 5 килограммов макулатуры получили 15 листов. Мне понравилась идея того, что мы сможем соединить культуру казахского народа и экологию. Мы смогли внести вклад в экокультуру нашей школы. Мы будем двигаться дальше и обязательно создадим еще более масштабные проекты, связанные с нашим народом. Дизайн разработала другая талантливая ученица этой школы – Ахдана Тулмагамбет. Именно ее авторские рисунки украсили календарь. Вместе с учителем рисования, членом Союза художников Казахстана Ильсуяр Казаковой, они отобразили отрывки из жизни одного из лидеров партии «Аллаш» – реформатора казахской письменности и основоположника национальной лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова. Рисунки – это ручная работа. Работа выполнена на очень хорошем художественном уровне. Был немножечко страх, потому что бумага у нас штучная была, нельзя было портить ее. Ювелирная, как говорится, работа. Вот портрет, который создан у нас сейчас из скульптурного пластилина. Мы его сделаем из гипса, отольем его. И тогда уже в гипсовом варианте мы его тоже передадим музею Ахмета Байтурсынова. Свою лепту в оформление календаря внесли учитель казахского языка и литературы Рабига Тоганакова с воспитанницей Куркем Касымбековой. Именно ее красивым почерком наполнено содержание страниц календаря. Уникальный настенный календарь и еще гипсовый бюст великого просветителя передадут в дар дому-музея Ахмета Байтурсынова в Алматы. Лейла Осева, Жомарт Кудайбергенов, Жибек Жолы, Актобе.